Пробежать 70 километров к юбилею Победы. Жители поселка Красное участвуют в лыжном марафоне. Суть забега – пройти на лыжах расстояние в несколько десятков километров. Акция набирает популярность. В последнее воскресенье на старт вышел 71 лыжник. Пробежать 70 километров можно в несколько забегов. Они проводятся каждое воскресенье в течение марта-апреля. Пройденные километры каждого участника фиксирует судья. На сегодняшний день состоялось 4 забега. И уже есть те, кто закончил марафон. Как на лыжах, у нас есть ветераны, люди высокого возраста, так скажем. Они ходят с палочками, скандинавской ходьбой. И тоже мы учитываем, фиксируем. И каждого дня, вот у нас вот, протокол первого дня, протокол второго дня, третьего дня, да, вот они в списке, вот, смотрите, если можно даже проследить, что увеличивается число участников. Примечательно, что возраст марафонцев от 2 лет и выше. Организаторы военно-патриотического клуба «Поиск» считают, что эта акция даст понять, какой целью досталась победа нашим предкам.